Сегодня у меня в руках телефон от компании Lenovo. Это Lenovo S660. Это не самая крутая модель от компании Lenovo. По характеристикам он немного устарел. Но что в нем мне понравилось, это батарейка. Как говорит производитель, это батарейка на 4000 мАч. Так что посмотрим, что внутри этой коробки. Сам смартфон имеет гиг оперативной памяти, имеет 16 гигабайтов накопитель и, увы, не имеет слот под карту памяти. Ну, 16 гигабайт, думаю, что хватит, но не всем. Итак, что в комплектации? Да, это сам телефон. Как видно, он был. Ну да, интересно. Телефон. Там песок. Да. Вот вам и телефон. Этого я еще не получал. Вот вам и Пандавил. Вот это да. Да. Это первый раз. Ну что, друзья, у меня шок. Нереальный шок. Не знаю, кто это так сделал. Но кирпичи я еще не получал. Как видели, вот наклейка. Это было все отклеено, наверное. Да. Не знаю, было ли отклеено здесь. Но не видно, конечно. Да, у меня шок. Я этого еще не получал. Это плитка. Вместо телефона я получил плитку. Извините, друзья, это шок.